От должности освобождены двое судей Вышесудебной палаты, которые участвовали в вынесении решения об отмене результатов предварительной комиссии в отношении кандидатов в члены высших советов магистратуры и прокуроров. После двухчасовых дебатов ВСМ одобрил увольнение судей. Я прошу вас отложить рассмотрение моего заявления об отставке, потому что я хочу подумать над этим заявлением и подать возражение и объяснение. Тамара Кишкадонева попросила отложить ее заявление об отставке до следующего заседания после того, как большинством голосов Высший совет магистратуры отклонил самоотвод Нины Чернат. Бывшая судья Высшей судебной палаты не хотела участвовать в принятии решения, поскольку срок ее полномочий истек с назначением нового состава ВСМ, а также по личным причинам. Однако аргументы судей оказались неубедительными, поэтому совет продолжил рассмотрение этого вопроса. Я еще раз повторяю, я подала заявление, следуя закону, который говорит мне подать заявление об отставке незадолго до достижения предельного возраста. За год. Не за год, за 9 месяцев. И я аргументировала свое заявление, почему я не участвую в оценке. Тамара Кишкадонева покинула зал до вынесения решения. До этого она заявляла, что хочет покинуть должность после 14 августа этого года, а не в декабре, как отмечала в начале. После более чем двухчасовых дебатов члены совета одобрили ее отставку, начиная с сегодняшнего дня. То же самое произошло и с бывшим судьей Высшей судебной палаты Ионом Гузуном, который просил рассмотреть его заявление, когда он вернется из отпуска после 8 сентября. Судьи Высшей судебной палаты, покинувшие сегодня свой пост, входили в состав судейской коллегии, которая анализировала и выносила решение об отмене постановлений предварительной комиссии в отношении кандидатов в члены высших советов магистратуры и прокуроров.